Доброго времени суток! Личный кабинет Теле2 – это специальный сервис, разработанный для абонентов Теле2 и отвечающий за самостоятельное управление абонентом своим номером. В личном кабинете можно подключать и отключать услуги, заказывать детализацию, переходить на новые тарифы, просматривать остатки по пакетам услуг и так далее. В данном видео я расскажу о полном наборе функциональных возможностей личного кабинета Теле2. Войти в личный кабинет Теле2 несложно, для этого вам понадобится знать свой номер телефона и пароль, либо просто знать свой номер и иметь при себе телефон. Если у вас возникают проблемы со входом в личный кабинет, то советую ознакомиться с видео под названием «Вход в личный кабинет Теле2». Ссылка в описании к данному ролику. Итак, что же можно посмотреть, заказать, подключить или отключить в личном кабинете Теле2? Обзор. Это главная страница личного кабинета, на которой располагается самая важная, по мнению Теле2, информация из всех разделов личного кабинета. Название тарифа и остатки по пакетам минут, СМС и интернета, если они имеются на вашем тарифном плане. Также здесь вы можете настроить свой тарифный план, увеличить пакеты минут и интернета. Баланс. Просто количество средств на вашем мобильном счете. Количество подключенных на вашем номере платных и бесплатных услуг. Финансовые расходы за текущий месяц на вашем номере. Техподдержка. Инструкция по обращению в поддержку Теле2 через мессенджеры, возможность написать в поддержку через онлайн-консультанта или задать вопрос прямо через сайт. Рассмотрим же подробнее каждый раздел. Тариф и остатки. Название вашего текущего тарифного плана. По нему можно кликнуть, чтобы ознакомиться с его подробным описанием. Остатки по пакетам минут, СМС и мобильного интернета с возможностью подключения дополнительных опций. Баланс. Ваш текущий баланс. Возможность подключить автоплатеж. Возможность подключить обещанный платеж Теле2. Пополнение баланса при помощи банковской карты прямо через сайт. Услуги. Подключенные на вашем номере платные и бесплатные услуги с их кратким описанием, а также услуги, доступные для подключения на вашем тарифном плане, сгруппированные по назначению. Расходы. Расходы за месяц небольшой краткой детализации по услугам и возможность заказать полноценную детализацию. За день, за месяц или за конкретный период. Также здесь находится история пополнений вашего баланса. Профиль. Ваши личные данные, фамилия, имя, отчество. Безопасность и авторизация. Возможность сменить пароль, настроить безопасность и уведомления, заблокировать сим-карту. Ваши номера телефонов. При желании вы можете из своего личного кабинета управлять другими номерами, например, номером родителей или бабушки с дедушкой. А если вы хотите делегировать свои полномочия по управлению своим номером, передайте доступ к своей учетной записи. Если вам не очень удобно каждый раз входить в свой личный кабинет Теле2 из браузера, с компьютера или со смартфона, то вы можете установить приложение «Мой Теле2», которое отвечает за функционал личного кабинета. Узнать о нем подробнее вы можете в отдельном видео, ссылка в описании. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.